В эфире информационная программа «События». Здравствуйте, в студии Айгуль Зиганшина. 200 миллионов рублей изыскали в городском бюджете на закупку спецтехники. Для этого пришлось отказаться от других, менее значимых расходов. Такое поручение дал глава администрации Самары Олег Фурсов. Какие еще изменения в бюджет приняли депутаты, расскажет Марина Матвейшина. Сегодня на благоустройство Самары работает порядка 300 единиц спецтехники. Для города-миллионника площадью более 500 квадратных километров этого явно недостаточно. 200 миллионов из городского бюджета пойдет на приобретение новой техники. Она будет всесезонной, чтобы ни одна машина не простаивала по полгода без дела. По поручению главы городской администрации Олега Фурсова, все структурные подразделения мэрии оперативно провели ревизию расходов на 2015 год, в результате чего дополнительные средства были найдены. Источником этих средств определены прежде всего и в основном это перераспределение средств, ранее учтенных в бюджете, в том числе уменьшаются расходы, ранее предусмотренные в бюджете, на индексацию окладов муниципальных служащих. Также принято решение не тратиться на информационно-аналитическую деятельность и сократить расходы на проведение выборов и содержание избирательных комиссий. Десятилетия откладывали принятие подобных решений. Так, техника, которая на сегодняшний момент у нас составляет парк уборочной техники, она устаревшая. Более того, там 180 единиц фактически, 4/5 этого парка уже имеет 100% износ. Город у нас современный, с современными улицами, и мы не можем допотопными средствами производить эту уборку. Это сказывается на качестве. Также сегодня в бюджете города учли поступления из вышестоящих бюджетов – 1 миллиард 200 миллионов рублей. Средства пойдут и на социальную политику, развитие детских садов и школ, поддержку социально незащищенных граждан, опекаемых детей и детей-сирот. Изменения в главный финансовый документ города депутаты одобрили сразу в двух чтениях. Таким образом, доходы областной столицы в 2015 году составят порядка 15 миллиардов рублей. Расходы на 600 миллионов больше. Марина Матвеевна, Артем Сулайманов. События. Тем временем более 3000 тонн снега вывезли с улиц Самары за сутки. На обработку дорог и тротуаров от гололеда израсходовали порядка 70 тонн специальной смеси. Самарские коммунальщики продолжают работать в круглосуточном режиме. Причем не только на основных улицах областной столицы, но и во дворах. На борьбу со льдом и снегом дворники выходят ранним утром. Нужно успеть очистить территорию подъездов до того, как жильцы проснутся и пойдут на работу и учебу. Надежда Чернышенко дворником работает уже 30 лет. Признается, зимой работать особенно тяжело. Эта зима выдалась суровой. И снега много, и морозы стоят сильные. Но убирать территорию все равно выходит ежедневно. Спасает оптимизм. Работа не из легких. Как погреемся, потом снова выходим на работу на свежем воздухе. Как говорится, закалку получаем. Физический труд на сильном морозе замерзнуть не дает. Вот только работа, сетуют дворники, неблагодарная. Слова признательности от жителей слышат редко. Нам спасибо даже говорят. Некоторые. Некоторые ругают, некоторые спасибо говорят. Второе ЖЭУ обслуживает полсотни домов в железнодорожном районе Самары. На этой территории работают 22 дворника. Трудятся по 7 часов в день, в будни и в праздники. Все обеспечены необходимым инвентарем. Сейчас особое внимание на борьбу со льдом. После очистки дорожки посыпают песком. Расходует сейчас на данный момент очень много, потому что везде гололед. И мы стараемся посыпать и не по одному разу в день, а по несколько. В ближайшие дни ощутимого потепления не ожидается, поэтому темпы работы дворники снижать не собираются. Лариса Шалафат, Станислав Левин, События. Особенно в эти морозные дни трудно жителям 35-го дома по улице Садовая. Они оказались в буквальном смысле в опасной для жизни ситуации. Однажды в жилом здании уже обрушилась стена, к счастью, тогда никто не пострадал. И вот с тех пор прошло 2 года. Все это время люди живут с надеждой на переселение. Жители этого дома по улице Садовой научились даже во сне реагировать на самые тихие звуки. Любой треск как сигнал – собрать вещи и бежать. Дом того и гляди обрушится. 2 года назад жители проснулись ночью от страшного грохота и треска. У дома обвалилась кирпичная стена. Здание признали аварийным и непригодным для жизни еще в 2010-м. После ЧП 3 семьи расселили, а в 3 квартирах продолжают проживать люди. Разрушенная стена эта. Холодно, уличная, да? Стена разрушенная. С моей стороны, второй вроде этаж, у нас теплее, думали. Угу. А вы мерзнете? Да, а я вот так вот встаю, вот, вот у меня меховые сделала сама. Вот я хожу по дому с утра и до самого спанья.
Вот. Меховые, да? Да, меховые. Потому что холод собачий. В соседней квартире та же история. И холодно, и стены трещат по швам. Выживают как могут. Ну, обваливается, я стараюсь все это как бы поддерживать в состоянии дом. Ну, вообще, да, обваливается. На руках все документы. Хоть завтра переселяйтесь в Винтай или Озерный. Но, уверяют жильцы, качество жилья, которое им предлагают там, немногим лучше аварийного. Люди обратились в общественные движения и Народный фронт за Россию. Используя, соответственно, и народный контроль, да, и, соответственно, ресурсы, которые есть у Общенародного фронта, мы эту ситуацию однозначно сдвинем. И люди получат то, что они должны получить, были уже давным-давно. Сигнал о подобных случаях по всей области, когда люди годами ждут переселения из ветхого и аварийного жилья, участники рабочей группы мониторят каждый день. К некоторым выезжают на место и уже там намечают конкретные шаги по разрешению проблемы. Марина Матвеевна, Станислав Левин. События. Вопросы с переселением, да и вообще с въездом в страну теперь придется решать мигрантам. С 1 января вступили в силу изменения в миграционном законодательстве. Отныне приезжие, которые праздно разгуливают по самарским улицам без документов, рискуют получить запрет на въезд в страну на срок до 10 лет. Устроиться на работу иностранные граждане могут, только имея на руках разрешение. Иначе за нелегалов дорого заплатит начальство. Здравствуйте, господа. Все здесь работаете? Ай? Чем занимаетесь? Чем занимаетесь? Кто принимал на работу и как зовут начальника, они тоже не знают. На днях сотрудники миграционной службы совместно с полицией накрыли подпольный цех, где гости из ближнего зарубежья, не имеющие регистрации и разрешения на работу, старательно фасовали петрушку. Ну или просто спали на рабочем месте. Эй, друг! Подъем, быстро встаем! На благо любителей петрушки прилежно трудились более 20 человек. Теперь некоторым из них грозит выдворение. В прошлом году за нарушение порядка пребывания в России на историческую родину отправили более 500 мигрантов. Большинство из них – жители Узбекистана. С текущего года иностранные граждане, находящиеся на нелегальном положении, рискуют надолго впасть в немилость к сотрудникам миграционной службы. Иностранным гражданам, незаконно находящимся на территории нашего государства, непрерывно свыше 180 суток будет закрыт въезд на территорию сроком на 5 лет. Тем иностранным гражданам, кто незаконно находится свыше 270 дней, будет принято решение о закрытии въезда на срок 10 лет. Блюстители миграционного порядка не чужд и индивидуальный подход. С этого года граждане Таджикистана могут пересечь российскую границу только по загранпаспортам. А вот выходцев из Армении ждут преференции. В связи с присоединением к Евразийскому союзу им можно трудиться в России без разрешительных документов. А на оформление регистрации предоставлен целый месяц. Всем остальным на это дана только неделя. Алина Чемерес, Сергей Баскин. События. Новые законы, новые отношения между бывшими союзными республиками, но то, что, пожалуй, не подвластно времени, День Победы, который приближали плечом к плечу представители самых разных национальностей, проживающих на территории страны Советов. Этот год юбилейный. К празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне уже начали готовиться в самарских школах. Им предстоит побороться за звание обладателя самого интересного музея воинской славы. Полноценная экспозиция, посвященная героическим событиям в истории России, есть более чем в половине школ областной столицы. В этом году свои музеи должны открыться еще в 30 школах. А в проведении конкурса на лучшие помогут депутаты Самарской городской думы. И один из снарядов попал в топливный бак самоходки, и она загорелась. И тогда самым последним решением Санчирова было это завести самоходку и направить прямо на вражеские танки, естественно, со словами «Вперед за Родину». О подвиге героя Советского Союза Федора Васильевича Санчирова в 13-й школе знает каждый ученик. В 2000 году образовательному учреждению было присвоено его имя. В школьном музее воинской славы всегда многолюдно. Макеты танков, генеральская форма и даже самая настоящая пушка. Ребята учат историю не только по страницам учебников. Чем интереснее, доступнее такой живой школьный музей, тем больше желания подростков разобраться в истинных фактах героической истории своей страны. Городская дума, департамент образования и общественный совет при гордуме подписали соглашение о сотрудничестве в проведении городского смотра конкурса школьных музеев, посвященного 70-летию Великой Победы. Что такое смотр, что такое конкурс? Это повод для каждого образовательного учреждения работу обновить, найти новые интересные формы,
мы наблюдаем и видим и достаточно активный такой всплеск национального самосознания и внутреннего стремления подростков, в том числе, как можно больше узнать о своей истории. Такие смотры и развитие школьных музеев воинской славы как никогда актуальны в условиях, когда на мировом уровне история искажается, а факты передергиваются и перевираются. И, конечно, объектом главным является вот этих идеологических там устремлений, это наша молодежь, да, которая сейчас, к сожалению, меньше читает книг, да, в силу там определенных, да, причин, больше там находится там в сети и так далее. И поэтому, конечно, мы должны задействовать максимально все формы и методы работы, которые нам позволят там не оболгать нашу историю. Возмущает то, что происходит сейчас, обесценивание нашей истории. И я очень болезненно, лично я отношусь к тому, что происходит, потому что у меня вся семья воевала. Сейчас в 81-й самарской школе есть полноценные музеи. В остальных либо комнаты, либо уголки воинской славы. В юбилейный год Победы при школах появится еще порядка 30 музеев. Марина Кравцова, Алексей Золотенков. События. О героях помнят и в самарской школе номер 6. Здесь торжественно открыли мемориальную доску в честь воина-интернационалиста. Десантник, выпускник школы Валерий Сидорук, погиб при выполнении долга в Афганистане. Тогда ему было всего 18. Павел Баймаков о героях нашего времени. Валерий Сидорук попал в армию в годы афганской войны. Тогда ему было всего 18. Его сослуживец Алексей Бикеев рассказывает, Валера всегда был готов выслушать, поддержать разговор и, самое главное, прийти на помощь. Что и произошло летом 82-го под Джалалабадом. Ефрейтор минометного взвода Сидорук в очередной раз не струсил и прикрыл своих друзей. Первый обстрел получил ранение. И он его мог покинуть позицию, но он не покинул. Он мог бы также на вертушку полететь, но он не оставил бой и продолжил. А тут второй наплыв душманов, и получилось так, что он погиб. В 6-й школе Валерий Сидорук отучился 10 лет. Мия Климова в те годы как раз была директором. Сейчас она заведует школьным музеем и собирает информацию о выпускниках школы, которые стали героями. Наша школа воспитала и выпустила в жизнь два героя Советского Союза. Это Вадим Фадеев. Один герой социалистического труда, это Александр Борисович Чайковский. И герой Советского Союза, тоже воин-интернационалист, в Монголии воевал, в Испании воевал, Борис Смирнов. В школе постоянно проводятся уроки мужества. Мемориальная доска герою Валерию Сидоруку – не только дань его подвигу, но и напоминание школьникам о том, на кого нужно равняться. Его имя решили увековечить боевые товарищи – воины-десантники. Чтобы дети, которые приходят в школу, видели и знали, и помнили, что вот эти ребята погибли. Они принимали присягу Советскому Союзу тогда. Приняв присягу, они не пошли назад. Они выполнили полностью свой долг перед Родиной, перед вооруженными силами и перед народом. Всего в Афганистане сложили головы почти 250 десантников из Самары. Мемориальная доска в память о воинах с именем Валерия Сидорука стала 16-й по счету. Павел Баймаков, Дмитрий Мешканцов. События. На Олимпийские перемены приглашают жителей страны. Стартовал второй этап популярного проекта Олимпийского комитета. Впервые проект запустили в ноябре 13-го. Тогда в столичном метро появился автомат, который выдавал любому желающему за 30 приседаний бесплатный билет на проезд. За один месяц более 11 тысяч пассажиров приняли участие в акции. К Олимпийским переменам присоединилась и Самара. Москва, Санкт-Петербург, Самара, Уфа – города-миллионники. Но теперь их объединяет не только это. Жители мегаполисов смогут дарить настоящее человеческое тепло друг другу на расстоянии. Для этого нужно пробежать в течение 30 секунд на специальной платформе. Накопленный заряд отобразится на экране согревающего автомата в другой части страны. И где-то там, за тысячи километров, человек сможет им согреться. Использовать заряд может любой прохожий. Для этого нужно подойти к конструкции и нажать на кнопку включения, которая на 30 секунд запустит инфракрасный обогреватель. Впечатления замечательные в этот морозный день, когда это все очень бодрит, это действительно очень согревает, заряжает позитивной энергией. Нам в очередной раз заслуженно повезло, на самом деле этот проект идет всего в 10 городах России, в том числе, естественно, наша любимая Самара. Это большая честь для нас, но я считаю, это нам очень большое подспорье в нашей работе по развитию и популяризации физкультуры и спорта.
3 февраля к акции присоединятся еще 6 городов – Казань, Омск, Ростов-на-Дону, Томск, Новосибирск и Екатеринбург. Проект является частью международного движения «Спорт для всех», призванного развивать и поддерживать интерес людей к любительскому спорту. Цель этого начинания – добавить немного спорта в повседневную жизнь и показать, что несколько минут ежедневной простой физкультуры – это совсем не сложно и отнюдь не скучно. Я считаю, это прекрасный проект, который нам подготовил Олимпийский комитет России. Почему он прекрасен? Потому что благодаря таким проектам, я считаю, мы популяризируем здоровый образ жизни. Мы прекрасно понимаем с вами и знаем о том, что спорт объединяет. Но в данном проекте мы видим, что спорт не только объединяет, он еще и согревает. До конца февраля самарцы смогут дарить тепло себе и окружающим. Олимпийские перемены становятся общероссийскими и будут объединять людей через спорт в развлекательной доступной форме. Валерия Квасневская, Максим Гусев. События. Всегда в отличной спортивной форме один из самых сильных людей мира. И даже в армии подает пример солдатам. Сейчас чемпион мира по армрестлингу Эльдар Алискендаров проходит службу в Самарской мотострелковой бригаде водителем-электриком. Интересен и тот факт, что он сам пришел в дагестанский военкомат и попросился в армию. Условия проживания в армейском кубрике для мировой звезды армрестлинга Эльдара Алискендарова ничем не отличаются от быта остальных сослуживцев. Такие же спартанские. В армии все равны. Разве что на отдых у четырехкратного чемпиона мира времени совсем не остается. В марте снова соревнования. Я каждый день 3,5-4 часа тренируюсь каждый день. А так там все должны тренироваться по 2 часа в день. Здесь питание, там то, что я там вот гражданки, то, что там кушаю, там фрукты, там витамины всякие, там мясо, белок, салаты. Здесь тоже все они дают, все нормально. Своими спортивными заслугами хвастаться Эльдар не привык. Сослуживцы только от командира роты узнали. Обычную срочную службу с ними проходит один из самых сильных людей в мире. Были любители армрестлинга, боролся я с ними, там показал, какие упражнения надо делать. Там видео показал, где я выступал, какие я турниры выиграл, интересно было. Они спрашивают, таких спортсменов знаете, боролся с такими спортсменами. Боятся вас? Да нет, нормально с ним, хороший. Помериться силами с этим новобранцем отваживаются только самые отчаянные. Но уже через секунду все сомнения отпадают. С этим парнем лучше дружить. Если человек, например, слабее, ему вот у меня... Там соперников нету, я с человеком борюсь вот так через вот на ремень. Показать вам? Да, как-то. Давайте. Вот так одевать. Ты должен делать вот так. Вот так. Угу. Один. Правильно? Да. О. И он тянет не рукой, а помощью тела. Побороть спортсмена не получается даже вдвоем. Он буквально одной левой семерых одолеет. О. На гражданке Эльдара ждет девушка. Друзья-сослуживцы уже вынашивают планы, как украдут для парня невесту по старому кавказскому обычаю. Хотя сам Эльдар в успех предприятия не верит. Невеста под стать жениху. Сама профессионально занимается армрестлингом. Такую можно завоевать только заботой и лаской. Марина Матвеевична, Станислав Левин. События. Далее смотрите новости экономики, а у меня на этом пока все. Телефон редакции 202-11-22, наш сайт samaragis.ru. Читайте нас в Твиттер, скачивайте приложение и смотрите телеканал «Самарагис» на экранах смартфонов и планшетов. Всего доброго и до встречи. Здравствуйте. Финансовые новости на телеканале «Самарагис». Повышенная экономия стала постоянным спутником 78% россиян. Об этом заявила исследовательская компания «Нильсон». Треть опрошенных отметила, что их доходы с августа по декабрь снизились. Треть россиян призналась, что вынуждена покупать меньше товаров, чем в предыдущем квартале. Кроме того, свыше 30% опрошенных предвидят ухудшение качества товаров и ощутимое сокращение ассортимента в магазинах. 60% ожидают дальнейшего значительного роста цен. И где же, простите, специалисты, призванные сдерживать цены и улучшать уровень жизни? С 1 февраля в России будут проиндексированы пенсии на 11,4%. Таков уровень официальной инфляции по итогам прошлого года. На эти цели в бюджете предусмотрено 188 миллиардов рублей. Для этого планируется принять соответствующий федеральный закон, а также отдельное постановление правительства России. Согласно плану, эти документы должны быть приняты до 27 февраля.
Правда, за первый квартал инфляция эти прибавки сожрет, и пенсионерам снова будет не на что жить. Российский фондовый рынок открылся незначительным изменением котировок по отношению к основной торговой сессии среды. Индекс ММВБ прибавил до отметки 1649 пунктов. Среди лидеров падения – бумаги ТМК, Яндекса, Распадской, Префосургутнефтегаза и Башнефти. Лидеры роста – акции Алроса, МВидео, Мичелла, Мегафона и ММК. Торги на российском рынке открылись на фоне сохраняющейся геополитической напряженности, угрозы новых санкций, а также снижения фьючерсов на черное золото. Фьючерс на американский индекс S&P растет. Торги в Европе и США завершились разнонаправленно. На азиатских площадках преобладают продажи на фоне проверок китайских регуляторов операций маржинального кредитования. Курс доллара на 29 января – 67 рублей 15 копеек. Курс евро – 76 рублей 26 копеек. Золото стоит 2778 рублей за грамм. Серебро стоит 38 рублей 58 копеек за грамм. Цена нефти марки Brent – 48 долларов 52 цента за баррель. На сегодня это все. Удачи в делах. Полузащитник «Крыльев» едет на сборы «Крыльев Советов». Самарские дзюдоисты завоевали 16 наград. ЦСКА ВВС расторг контракты с двумя игроками. Полузащитник «Крыльев Советов» Денис Ткачук 30 января прибудет в расположение «Крыльев Советов», которые продолжают свой сбор в Арабских Эмиратах. Он вместе с остальными партнерами по команде будет готовиться к сезону. Первый сбор игрок проводил на сборе в Катаре с «Зенитом» из Санкт-Петербурга по договоренности между клубами. О его дальнейшем переходе в питерский клуб пока никакой информации нет. Дзюдоисты Самарской области стали призерами первенства Приволжского федерального округа. В личном женском зачете самарские спортсменки завоевали 11 наград, из которых 2 – золотые. Первые места заняли Марьям Есеркеева в категории 44 килограмма и Александра Минаева – 55 килограмм. В личном мужском зачете представители Самарской области выиграли 5 медалей, 4 из которых – золотые. Победителями стали Рамазан Абдулаев, Виктор Улитин, Глеб Шумилов и Александр Курнакин. Хоккейный клуб ЦСКА ВВС расторг контрактные обязательства с нападающими Алексеем Лучниковым и Владиславом Шалимовым. Расторжение прошло по обоюдному согласию. За самарскую команду Алексей Лучников провел 6 игр, сделал 2 голевые передачи, отсидел на скамейке штрафников 8 минут. Владислав Шалимов выходил на площадку в 3 поединках, заработал 2 штрафных минуты.